Всем привет, с вами как всегда Дезертир и снова Assassin's Creed 4 Black Flag. Я надеюсь, вам понравится мое прохождение. Ну что ж, поехали. Начинаем с того же, на чем мы остановились. Идет долгая трехчасовая загрузка, долгая трехчасовая подгрузка мира, и спустя долгих 3 часа мы подключимся. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. А также у нас есть подсказки. Берегите корабли, точнее, берите корабли на абордаж, чтобы захватывать груз. Полученную добычу можно использовать для улучшения галки у капитана порта или собственной каюты капитанов. И пока я это читал, мы все еще не подгрузились. А это значит, что у меня какой-то глюк с загрузкой игры. Все может быть, но если вы помните, то это пиратская версия. Правильно, соответственно, это пиратские проблемы. Но ничего страшного, я думаю, вполне возможно, можно потерпеть чуть-чуть. Да, вот тем более сохранение было, соответственно, мы можем спокойно понять, что сейчас подгрузимся. Большой Нагао. Октябрь 1718. Кит! Столько всего было. Да. Соболезную. Еще и Тэч сбежал. Но это не беда. Вейн ушел на поиски, вскоре и я за ним. На этом ваш эксперимент с демократией окончен? Да. Мы делаем, что хотим, спешить некуда. Боже правый, Эдвард. Ты хоть что-то ценишь в жизни, кроме чертовых денег? Что на тебя нашло? Жизнь, приятель. Жизнь. Смотри, эта крыса и тебя утащит на дно. Эй! Я пережил многих, избравших этот путь. Ну, видимо, теперь у нас здесь по факту еще и свой домик, с чем нас можно, естественно, поздравить, дорогие друзья. Давайте зайдем в него и посмотрим, что же там есть интересного. А интересное там, видимо, есть, потому что вот у нас появился какой-то новый значок, которого я раньше вроде бы не видел, и, надеюсь, сейчас мне объяснят, что же он делает. Впрочем, в этом доме я, по-моему, уже был. Вот наша броня. У нас есть еще один ключ. Отлично. У нас есть 2 ключа, которые мы уже открыли. Осталось найти еще 3. И тогда мы получим вот эту броню ассасинов. Ну или не ассасинов. Сложно сказать. На ладно. Дом до сих пор не похоже. О, мы можем улучшить дом. Отреставрируйте фасад помещения или отказаться. Я думаю, я пока откажусь. Будем это делать по мере того, когда у нас будут деньги. Но сейчас это бессмысленно по причине отсутствия денег. Дорогие друзья, я думаю, вы понимаете, о чем я. Впрочем, давайте посмотрим. У нас есть контент расблокирован. Паруса королевы. Видимо, мы можем открывать сундуки, в которых есть различные вещи. Паруса Бенджамина теперь доступны в каюте. Королева удачи, паруса королевской удачи, точнее. Плащ Хейта Мкэнуэна. И последнее что? Я надеялся, что там деньги будут. Ну ладно. Паруса Аквилы теперь доступны в каюте капитана. Вот такие вот нам подарочки выдали, так сказать. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас дальше есть интересного. Мы, кстати, можем взять любое оружие из тех, что у нас имеется. Обычные кремниевые пистолеты. Пистолеты капитана Моргана. У нас, по-моему... А какие у нас пистолеты, кстати?
этих морских контрактов. Пистолет совсем так отлично поражает все цели. У нас пиратский мушкетон. Я вот думаю взять с пистолета капитана Моргана. Потому что пиратский мушкетон, конечно, это круто, но он не дает мне полной свободы, скажем так, действий. Плащ пирата. Алый плащ, костюм приватира, костюм капитана пиратов, костюм торговца. Все это стоит денег. Все это стоит денег. И поэтому мы это покупать на данный момент не будем. Взламывать игру я не хочу, поэтому не вижу смысла. Так вот, Хейтем Кенуэй, его плащ. Одежда Альтаира. Одежда Эцио и одежда, наряд Конора. Мне нравится одежда Эцио, так что будем ходить, наверное, в ней. На тот момент она мне очень нравилась. Она крутая такая, классная, офигенная. Ну, конечно, на пиратом похоже не будем, но зато будет, на мой взгляд, одежда получше. Так. Что мы имеем здесь? Это каперский палаш, либо английский палаш, либо офицерские шпаги. Сами же мы пользуемся талецкими клинками. Сабля Альтаира, либо талецкие клинки. В общем, у нас много чего есть, но использовать мы можем. О, какой тесачок, ребят. Мне он даже понравился. А я не знал, что он у нас есть. Видимо, это... Нет. А что это тогда было? О, вот он, пара тесаков. Скорость маленькая, но убойность большая. Прикольно. Так, ну здесь больше ничего нету. Я думаю, вполне можно передвигаться далее. Уже, так сказать, из дома в родные морские просторы. Что ж, он как-то медленно в доме бежит. Немножко напрягает. Но с этим можно мириться. Так, в идеале надо бы найти еще троих людей, у которых есть ключи. Но тут как получится. Давайте прыгнем на лодочку. Плыть незаметно можно, но я не это хотел сделать. Я хотел вернуться на корабль. Отличненько. Так, на корабль вернулись. Капитан на вахте. Угадал, я на вахте. Так, выйти в море. Да, конечно. Подсказки. Заметив труп, враги начинают что-то подозревать. Что-то подозревающие враги очень опасны, потому что они пойдут за вами. Но, в принципе, это еще один способ выманить их к себе. И... Где же продолжение? Нет, не будет никакого продолжения, да? Сохранение отлично. Все, сейчас мы загрузимся. Супер. Чтоб каждый парус наполнился ветром! Все наверх! Поднять паруса! Слева, капитан! Там столкновение! После крушения, капитан! У нас очень больно покоцанный корабль, поэтому нам нужно как-то умудриться все это дело. Стараться не затопить. То есть не попадаться в столкновение. Можно попробовать улучшить. Слышь, наш корабль. Марселя! Шевелись, держим. Корабль теперь стоит, отлично. И попробуем зайти и улучшить корабль. Я, к сожалению, не помню, могу ли я это сейчас сделать, но давайте это проверим. Купить улучшение галки. Корпус корабля. Нам не хватает 5 тысяч рублей. Окей. Пойдем в Сбербанк, достанем 5000 рублей. Капитан, поймаем ветер! Ну а пока будем слушать музыку, которая сейчас, по идее, должна начаться. Ну, где-то здесь.
и потихоньку двигаться к цели. Попробуем пройти на таран. Они открылись! Старчик не попали! Почини наш корабль. Ритм держите, сотами! Мы станцуем на ваших костях, мертвецы! Ну что ж, давайте попробуем сейчас быстренько захватить этот корабль. Потому что ребята не отличаются особым умом и сообразительностью, как говорится. И мы их захватили отлично. В принципе, с помощью вот этой пушки можно сделать довольно много. Что я и стараюсь демонстрировать. Итак, что нам нужно? Нам нужно починить галку, ибо это самое важное на данный момент. Потому что непочиненный корабль — это большие проблемы на море. Ну, а такие мелкие корабли, я думаю, вполне себе можно уничтожать. Какой сильный ветер, скажу я вам, друзья мои. Там я вижу еще один такой же корабль, который, в принципе, тоже уничтожается примерно. И, возможно, сейчас я, конечно, так быстро не убью, как предыдущий, но зато... Скорее всего, смогу. Паруса отдать! Круче к ветру! Лисели поднять! Ну-ка, поцелуемся! Починить галку полностью. Так, смотрим, что же нам можно сделать. Он тот мой, слышали? Готово! Я справился даже быстрее, чем в прошлый раз. И угадайте, что мы будем делать. Правильно, мы будем чинить нашу галку снова. Так, мы забрали экипаж, немножко ресурсов, еще чего-то. В общем, много чего полезного. И, кстати, первый раз вижу, что наш персонаж проходил. Это как-то непривычно даже. Ну ладно, неважно, всякое бывает впервые. Мы захватили груз, пригодится, чтобы улучшить корабль. Конечно. Нам еще деньги в идеале. Хотя это все дело можно продавать. Я, честно говоря, даже не представляю, сколько Ubisoft потратили времени на написание музыки к игре. Потому что ее реально очень много. Ну, имеется в виду вот этой морской. И это как-то даже пугает, но и заодно приятно, то, что они тратят время не просто так. Спустить промселя и бомбромселя! Так, а здесь у нас что? Вот просто Cat Island. Ага. Ну, я там все собрал. То есть мне сюда идти бесполезно. Так, а надо нам... Тем временем, надо нам куда? О-о-о. Мы долго будем плыть туда. Давайте поближе переместимся. Потому что желание туда вот прям таки плыть, плыть и плыть у меня нету. Поймать ветер! Марселя! Брамселя! Бомбрамселя! Лиселя! Так, нам надо разворачиваться в обратную сторону. В идеале, но... Обрасобить рей к ветру! Отдать все! Вперед! Отходите меня, если вы не хотите умереть. Так, ускоряемся. Надо, кстати, убрать отсюда метку. Вот, отлично. Треугольный или клевер? Так, посмотрим, что у нас там за... Миссия будет. Неинтересно. Да, вон далеко она находится.
духи древности. Убавить паруса от бури! Живо, живо, живо! Справа! Казал! Похоже, начнет добыча, сэр! Не вышло! Спустить паруса! Ловим ветер! К бою готов, сэр! Трави! Трави! Ударим по ним здесь, Кэп! Пускать! Убрать гроты! Все готово, отлично! Будем пытаться сейчас обобрать этот кораблик с реалами. У нас... А, у нас патронов нету, вот в чем дело. Ой, как хорошо прошло-то. Прям на корабль идем. Нас подбили! Блин! Убавить лиселя! Убавить парусов! Держи! Ребята! Гроты по ветру! И взрыв! Накидывай! И взрыв! Наши готовы, сэр! Я надеюсь, что наш корабль выживет, но по идее мы что-то как-то печален. Только скажите, кэп! Так, там поход начинается еще буря к тому же. Это меня печалит еще больше. Хотя может попасть что-нибудь и в них. Успел, успел, ну. Да, отлично, они не успели в нас выстрелить. Вот сейчас мы накопим 5000 и улучшим наш корабль, если мне повезет. Еще парусов! Ребят, не обижайтесь, но иногда мне нужно вот такие делать улучшения, и я их буду вам показывать, потому что я думаю, что вам будет интересно. Ну, а не интересно, как говорится, посмотрите что-то другое. У всех должен быть выбор. Я каким-то образом умудрился потерять свой же экипаж. Ладно, важно. Тисни назад. Все, отлично. Пейте вражеских лазутчиков. Интересно просто, где они будут. Ну, лазутчики будут где-то либо наверху, либо у нас на корабле. Благо, я пока здесь не вижу громил. Это хорошо. Так, я потерял довольно много экипажа, мне это начинает бесить. Ну или как минимум напрягать. О! Давайте наверх поднимемся и убьем этих негодяев. Подобрать оружие. Умри. Вот так вот мы все и делаем. Так, наша добыча 5000 рублей. Какого фига не 5000 рублей? Должно было быть 5000 рублей. Я на это надеялся. Ладно, не важно. Починим же нашу галку. Опять каной проходит. Столкновение! Справа! Там выживший после крушения, капитан! Поднимем выжившего, ничего страшного. Убрать, я сказал! Наполни каждый дюйм! Добиваем. Ждем приказа, сэр. Опа-на. За нами вывели охотника. Накидывай! А это значит то, что у нас слишком высокий рейтинг. А это в свою очередь значит то, что нам нужно подорваться. Либо уничтожить его. К бою готов, сэр. А так как у нас с вами нету... Блин! Подходящая дистанция! Блин! Готов к бою, сэр! Спусти! Так, кажется, он идет на таран. Что ж, охладим его пыл. Блин! Блин! Готов. И...
Залп! Идем на абордаж! Вот такие вот они смешные. Удачная экспозиция! Не ожидали, видимо, ребята, что они меня напорятся таким образом. И давайте протараним этот корабль. Держись! Сейчас столкнемся! Готово. Вот так вот мы и делаем свою работу. Держитесь! В каком-то смысле. Ладно, а теперь давайте пройдемся все-таки к миссии, потому что мы сделали довольно много. Поймаем ветер! А нужного на данный момент почти ничего. А я такое дело не люблю. Поэтому нам нужно как можно скорее добраться до миссии. По крайней мере, я не люблю просто так проводить время, ничем не занимаясь, и в данном случае это именно это. Так, поворачиваем корабль, увеличиваем скорость. Ветер, конечно, сейчас не в нашу сторону, но ничего страшного. Я думаю, можно будет уничтожить этот кораблик и собрать. Готовы, сэр! Хорошо, водичка! Все, что можно. Сейчас ударим! Так. Спустить промзеля и бомбромзеля! Против нас охотников пока не вышло. Еще парусов! Это хорошо. Но известность у нас довольно высокая. Это плохо. Итак, мы дошли, по сути, до миссии почти. Мы уже вот-вот к ней приблизимся. И вот миссия называется «Не зная жалости». Убавить лизеля! Рифы на гротах! Поднять брамсели! Подсказки, значки синхронизированных точек обзора и ранее посещенные места, присутствующие на карте мира, можно использовать как пункты для быстрого перемещения. Не факт, не факт. По крайней мере, я пробовал, у меня не получилось. Хотя, может, я что-то не то делал. Ну ладно. Ты нас всех разочаровал, Тэч. Решил остаться тут, значит. К черту его. И всех вас, кто последовал за этим пронырой в безвестность. Он просто глупец. Ты пришел звать меня домой. Благодарю за веру. Но Насау больше нет. Это мой финал. Я так не думаю, друг. Но и не вправе тебе указывать. Ты все еще ищешь мудреца? Да. В том месяце я взял корабль. Так там люди говорили, что некий Роберт сходит на принцессе. Попробуй проверить. Принцесса. Спасибо. Что ж ты как бочонок сдохла рыбой? Мы празднуем мою отставку! А ну, откупорьте ему завтрак! Оставь мне парочку. Странный какой-то паренек. Ну чувак, зачем прям мне на ботинки-то, ё-моё, а? I'm far less pepper than those cheap Spanish harlots, I assure you. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я совсем незаметный чувак в белом.
Ты меня не видишь. Это круто. Ты не можешь видеть меня. Эй, парни! Лейтенант! Есть кто? Что? Стой здесь. Стреляй во все, что движется. Среди них был дезертир, который меня узнал. Черт, откуда они знают, что я здесь? Я перерезал ему горло, он и пикнуть не успел. Тебя видели? Не думаю, сэр. Но Кенуэй что-то подозревает. Ну? Не думаю, сэр. Но Кенуэй что-то подозревает. Он все замечает. Расскажи про берег. То еще сборище, сэр. Пьяные до смерти. Это нам на руку. Расскажи мне про Тича. Что он за человек? Он Тэч, сэр. Так он себя зовет. И он просто чокнутый, сэр. Совершенно свихнулся. Чокнутый? А если подробнее? Ну, сэр, вот взять, к примеру, выпивку. Выпить он мастак, но не как все. Берет обычный плит с ромом и сыплет туда полкружки пороху. Я не ослышался. Ты сказал пороху? Да, сэр. Для забавы. А еще на той неделе он согнал всю команду и запер в трюме. А сам начал жечь серу и прочую вонючую дрянь. Сидели как грешники, гниющие в отхожих ямах в преисподней. Ни больше, ни меньше. Боже, но для чего? Команду проверял. На прочность и выносливость. Пока что на корабле крепче его людей не нашлось. Я думал, живым не выберусь. Чёртовы дикари. Смелее, солдат. Их конец уже близок. Идем. Пора. Живей, подавай сигнал. И запомни этот день. Блин, надо было их раньше убить. Какого черта? Надо уходить отсюда. К чертям. Желательно быстро. Добраться до собственного корабля не так уж и просто, как мне казалось. Придется искать обходные пути. Проклятие, где Кенуэй? Клянусь богом! Сегодня мы пошлем людей короля на дно! Подожди меня, посылать он там собрался кораблей. Капитан на вахте. Не подпускайте их! Вот и отдать! Вперед! Военный корабль, Кэп! Да ты Кэп! Пустите все, кроме гротов! Блин! Убрать гроты! Ждем приказ! Сам! Стреляйте! Рифит все марселя! Блин! Ударьте туда! Это их добьет! Сам! Слабое место! Блин! О, как там досталось! Блин! Эй, стреляйте вон туда! Блин! Да, попали! Столкновение! Все, без плотника не обойтись! Салт! Вон слабое место! Ну! Блин! Стреляйте прямо туда! Блин! Готово! А, отлично! Остальные корабли не так страшны. Отдать кроты! По ветру! Рамзеля спустить! Ну что ж, будем удерживать тест для абордажа и давай, заниматься абордажом. Так, запасы пороха на вражеском корабле, убить команду и убить вражеских офицеров. В принципе, все просто. Вопрос в том только, насколько просто. Так. Я, видимо, чисто случайно убил вражеского офицера. Пушка выше не поднимается, поэтому делать нечего, придется
бежать и бить. Итак, давайте порвем их. Главное не давать себя зажимать. Это я помню на 100%. Я вас всех уничтожу, черви! Как ты там, Эдвард Рух? Вам меня не хвалить! Да живой пока что. Вопрос, надолго ли? О-о-о-о, чувак. Ты пробьешься, парень! Справишься! Надеюсь! ХП-то у меня не так много осталось, а лечение как... Дорога в ад. Ой-ой-ой. Я тебя, малыш, не заметил. Ну ладно, главное, малыша убили. Остальные не так страшны, на самом деле. Ой-ой-ой. Кенвей! Лови! В мире без золота нам бы поклонялись! Бич! Воу. Надо было его потопить. Твою мать. Дьявол, раздери! Где Галка? Оу. Варя, я вас потоплю. Затеча. Сволочи. Да. Не знаю, как вам, а мне лично капитана Тэтча жалко. Но тут уже ничего не поделаешь. К сожалению, мы отдали его на растерзание этим сволочам. Где это же обидно. Тэтч? Убит? Капитан? В вечных муках. Собственно, мои дорогие друзья, на этом я и предлагаю закончить, так сказать, на тяжелой этой ноте. Но, тем не менее, всем спасибо, кто смотрел это видео. Я надеюсь, вам понравилось. Всем пока. С вами был, как всегда, Дезертир и Assassin's Creed 4. Всем удачи!